Но его раздражает вот эта соска. Она ему мала. Маленькая, конечно. Тому тоже маленькая, но... Не течет. Нет, она течет хорошо. Она, знаете, как всасывается, приходится воздух выпускать. Так, друг мой, не психуй. Есть хочет, голодный. Эта соска должна течь. Она должна сосаться. Она в рот не помещает. Она маленькая слишком. Надо соску держать. А то она... Нет, чтобы не соскочила. У них давление сильное. Мы все, весь день с этой соской едим сегодня. У нас как-то сломалась. Ну, завтра понедельник, может, ну, да, Даша купит, привезет мне на работу ее. Иди сюда. А я уже после работы приеду вечером. В ночное кормить. Так. Клещей наснимали. Обработали мы их все на фронтлайне. Не рано. Да нет, нормально. Сутки прошли, все пережили. Да, конечно. Плохо течет. Нормально, она просто, видите, надо давать ей воздух. Все, не психуй. Не психуй. Скажи, будешь что-то не психовать? Сейчас, подожди. Кормление можно сделать, чтобы собрать тебе больше. Хорошо ешь эти дни. Сегодня третий, уже муж. Упирается, чтобы, чтобы сильнее давить. Давай, сейчас и ты будешь. Ты что-то не встал. Она обычно встает, когда его кормят, это тоже встает. Да это не... Это... Господи, мало дали, мало. Нельзя больше. Хватит пока. Прибавят. Ну, веточки же. Листочки зеленые уже, да? Есть. Желуди, Васи. Что такое настоящий? Что такое настоящий?